Там оставалось уже какие-то секунды, даже вроде минуты не оставалось. Ну, случайно Валерка Васильев с Юрием Ляпкиным столкнулись, и шайба отлетела в эспозит. Какие-то 2-3 подряд нелепые ошибки вот здесь, вот в этом углу сначала, потом за воротами, привели к тому, что шайба вылетела на пятачок, и Хендерсон там в пустой угол Третьяку ее забросил. Прошло уже 50 лет, но этот гол стоит перед глазами. Почему? Потому что сказать, что мы расслабились, я не могу сказать. Потому что мы были нацелены на победу. Но в этот момент канадцы были более агрессивные. Там такой момент сложный был. Шайба-то была наша, практически. Там оставалось немножко до конца игры. Валера Васильев, Юра Ляпкин. Просто тот думал, этот возьмет шайбу, этот думал, этот. И они разъехались. И тут этот черт выскочил и забил свой гол. Хендерсон made a wild stab for spell. Here's another shot, fight for the score! Готовы? Готовы. Все, давай, открывай. Мы сами, конечно, отдали это, естественно. Подержи, Валерий Васильев, да, эту шайбу, и все. И мы бы выиграли. Ну, вот так, так судьба распорядилась. Ну, бывают такие моменты, когда как в машине едешь, попадаешь в зеркало, не видишь машину, мертвая зона. Вот они попали в мертвую зону. Ни туда, ни сюда. Лучше бы они столкнулись лбами. Случайно. Вот не столкнись они, может, шайба осталась, и ничего не было. А Владик лежал на животе, а Хендерсон вставал. Эспозит на ворот накинул. Это Бог дал такую возможность. И Пол Хендерсону дал Бог просто забить этот гол. Он же вообще упал, за ворота сидел. Вообще там не было. Он просто свалился там, упал и сидел за воротами. И шайба у нас была. И просто Васильев передавал... Пас этот Иван Корнея перехватил через центр. Тот вышел из ворот, бросил, и мне еще второй раз добил. А наши два защитника побежали на игрока. Для нас был такой как бы шок уже. Не могли понять, как это случилось. Ну, очевидно, где-то не хватило до этой концентрации, до этого довести игру до конца. Вот в чем как раз и канадцы отличались.
досада какая-то вот на душе была. Досада. Вот могли взять, а она ушла. Вот это вот что-то такое, что мы могли взять, оно ушло куда-то. И досада вот такая. Вот она уже. Пусть чуть-чуть, но превзошли нас. Я не думаю, что в мастерстве там или где-то в характере, нет, в везении. Вот в спорте есть еще и такое понятие, как везение. Я всегда говорю, что больших побед без везения не бывает. Так бывает раз в 100 лет, чтобы проиграть на своем поле себя на родине при своих болельщиках и проиграть за 48 секунд, конечно, было так обидно. А тогда и никто не пришел в раздевалку. Ни начальство, никто. Как будто нас и не было. Все молчали. То есть была такая тишина, я думаю, что если бы любая птица или муха пролетела, было все слышно. И когда расходились, вся команда сидела с опухшими головами и думали зайти куда-нибудь, зачесаться и все за это кошмар забыть. Mr. Vsevolod Bobrov. Son assistant, his assistant, Mr. Boris Kulagin. Ну, когда туда улетали, нам сказали, только не опозорьтесь, проиграйте, только не 20-0. У них был взгляд на нас, как на оборванцев. И они играли только американцы и канадцы. Больше никаких игроков иностранных не было. Ну, у канадцев были прогнозы, что они выиграют все матчи, что и забьют всю нашу команду, что во втором периоде некому будет выходить на площадку. Вот. И все с двузначным счетом еще. В самолете с нами там корреспонденты летели. Корреспондент пришел и говорит, вы ни одной игры не выиграете. Я думаю, без 8. Ну уж. Я говорю, да одну-то уж 100% выиграем. Ну, он говорит, давай поспорим. Я говорю, давай. Если вы выиграете хоть одну, я съем свою газету. На первой установке идет собрание. Павел руководит делегацией. Ребята, надо достойно проиграть. Мы сидим так, думаем, ничего себе установочка. Ladies and gentlemen, here are the members of the Russian team for tonight's game. Wearing number one, Виктор Зингер. Number three, Владимир Луценко. И самое главное, даже когда мы вышли на приветствие и начали объявлять канадских игроков, там люди вставали, 20 тысяч встают, хлопают там, грубо говоря, по 5 минут. Вот так вот. Вот эта поддержка, конечно, сильная была. Людмила Трейс, номер 13, Борис Михайлов. Людмила Трейс. Number 15, Alexander Yakushev.
когда начали объявлять составы, представлять составы сборной Канады, для нас это было удивительно. Никогда у нас такого не было. У нас тоже перед игрой объявляли. Ну, там жидкие были такие аплодисменты, а тут зал вставал, и там по полминуты аплодировали стоя, причем каждого игрока, когда объявляли. Вот, и мы уж подумали, ну, куда приехали. Нас объявили только в течение там 2-3 минут, а канадцев где-то минут 30-35. Конечно, когда объявили всех, то у нас, конечно, руки и ноги были не в том состоянии, которое должны быть. Долго стояли, трюдо, там вбрасывание. Вот это состояние на коньках, не игра, просто стоишь на льду 30-40 минут, это убивает. Мы вышли, и когда представляли нас, и канадцев представляли, их представляют, и все стоя. У меня по позвоночку ручеек, чувствую, течет. And the face-off and the game is underway with Petrov having cleared it into the Canadian zone. Canada clear on the boards, but not out. It's Bergman coming up now with a pass to center ice. Esposito going up over the line into the corner, shot right across the goal mouth. Feet stop, here's a shot right in front of the score! Mahovlich knocked it into the net. Мы никогда не играли в такой атмосфере, при полном стадионе, и такой бурлящий, как океан. И вот этот натиск, наглый такой натиск канадцев, очень тяжело было в такой атмосфере ориентироваться, потому что очень сильный был шквал атак. Вот. Ну, первый гол, действительно, я его отбил, а уже он был сантиметров, наверное, на полметра. И его прямо как с теннисным мячом. Я думал, сейчас шайба опустится, я ее прижму. А он ее прямо с лету ее. Bergman and Parker playing up. It's back to Henderson. Scores! Good shot from the face-off. Henderson. А второй гол дальний вбрасывание, прямо в дальний угол. Пол Хендерсон, по-моему, добил. Там похоронный марш сыграли. Когда нам первый гол забили, нам подмосковные вечера сыграли. Тогда так, ничего страшного. Еще из позиции подъехал меня по плечу. Говорит, у тебя мальчик еще все впереди, не расстраивайся. Когда забили два гола и похоронную музыку стали играть, и народ встал, там заорал, это был там 10 тысяч зрителей в Монреале, это же сумасшедший дом просто был там. После двух голов, я думаю, не, наш все равно сейчас что-то будет на поле. Ну, что-то будет, а и стало. Какие-то нашли вот силы в себе, каждый, потому что, наверное, и думали, что все-таки вся страна смотрит. Another try, the shot goes wide and bounces over to the side. Valadiev trying to clear to the corner. It's center right in front, they score! From that left side, they finally found the corner of the net. And of course it was Zeman that was the marksman who stood right off the side of the net. And to Russia, when they get that puck, they can both do things with it. Mihailov nearly got loose, gets it over to Petrov, back to Mihailov, right in the clear, oh, right in, it's score! Petrov getting the rebound. А потом, когда Женька забил первый, там пошло-поехало игру. Ну, в перерыве Всеволод Михайлович сказал, что, говорит, чего вы, в принципе, боитесь, вы же играете, просто не бойтесь их. Когда пришли в раздевалку, Бобров сказал, говорит, ребята, ну что, с канадцами можно играть. Ну, приедете без глаза, без уха, там, мы зашьем. Ну, можно играть, давайте, ребята, играйте в пас. Шайба всегда быстрее игрока. Простые слова сказал Всеволод Михайлович. Недаром он великий футболист, великий хоккеист. Он сказал, ребята, играйте свою игру. Мы стали играть свою игру, и у нас все пошло. Во второй период вышли совсем другой. Показали наш советский хоккей. Thank you.
recovers the puck, cleared on the right side without even looking. Karlamov goes down over the line, cutting in around Ori, a shot, he scores! Karlamov went right around the Canadian defense, Ori, and picked the corner to give the Soviet a 3-2 lead. The first period was over, and then took the lead in this second period. Karlamov, a very tricky player, gets he scores! Karlamov led a bullet. Они думали, что сопли какие-нибудь приехали, сейчас мы их быстренько. А тут бах. А помните, Валерка убегал, как гол, парка объехал, гол забил. Maltsev is hooked on the play, is knocked down. Lichenko is stopped. Oh, Mahavlich had a royal chance there. Redmond bumps around. Мы у нас не играли так грубо, и не то что грубо, грязно, можно сказать. После этой игры, после этой серии, в общем-то, в нашем хоккее вот эта манера, этот стиль грязноватый, он почему-то очень быстро прижился. Number 11 gets it back to Yakushev, who's knocked down. Puck is on the boards, with Henderson losing it to Shadrin, a roller right in front, they score! Yakushev! В конечном счете, в общем, переломили игру. Первая игра, конечно, она тоже, так же, как и последняя, она вошла в историю. Особенно для нас, потому что выиграть в Монреале, это мекка хоккея канадского, профессионального хоккея. И с таким счетом, конечно, это было для нас очень радостно. And the USSR have defeated Canada in the first game of an eight-game series by a score of 7-3. The Soviets 7, Canada 3. The final score. Но огорчило чем? Они все даже руки не подали, ничего не сказали. Сразу же после свистка все ушли в раздевалку. И когда после игры задали вопрос, почему вы не поздравили команду с выигрышем, с позитивом, он говорит, как мы можем поздравлять, если они отобрали наши деньги? Просто организаторы не сказали, что будет рукопожатие после каждой игры, потому что в Европе так положено на уровне сборных. И потом они, руководитель Куколович, что было, говорит, мы просто не знали, говорит, на следующую игру. И после каждой игры потом они сжали руки, все нормально. После первой игры в раздевалку пришли. Ну, в раздевалке такое состояние было, как вот как будто песни мира. Выиграли там у финнов или у шведов. Не было такого. Чтобы до потолка прыгали. До потолка прыгали посольские. Кто из посольства к нам приходил, они до потолка прыгали. Я потом к одному, ну, ребята раздеваются, может, они знают, может, не знают. Я к нему подошел, я говорю, а чего вы прыгаете-то? Я говорю, смотрите, ребята все поздравили друг друга, молодцы, довольны все. Ну, на эмоциях довольны, но не скакали до потолка, как сумасшедшие. А эти прямо прыгали. А он мне говорит, Слав, ничего вы не знаете и не понимаете. Я говорю, что не понимаю. Мы 2 года у Трюдо добивались цены и количества пшеницы для Советского Союза. Потому что среднеазиатские республики, там хлеб же нужен. У нас не хватало хлеба. Вы, говорит, одной игрой подписали контракты, которые выгодны Советскому Союзу. Трюдо все подписал. Это была революция в хоккее, когда впервые канадских профессионалов у них дома обыграли с таким счетом. Для Канады этот удар был жуткий, 3-7 первым матчем. И не только для игроков, вообще для нации канадской. Я вот сколько раз был в Канаде, вот даю вам слово не сосчитать. Просто не сосчитать. Я всегда удивлялся. В какой городишко не приедешь, крытый каток, крытый каток. Если первую игру нас встречали, просто хлопали, да, когда нас представляли, а когда после игры они хлопали все стоя. Это говорит о том, что канадский болельщик зауважал и признал наше мастерство и нашу команду в целом. Я еще с Володькой Лученковым вместе с ним жили. Я говорю, о, смотри, корреспондент, это в самолете, который, он, наверное, что-то там притащил с собой кастрюлю,
такой, знаете, первый, второй, третий, алюминиевый, как у нас в детских садах раньше. Вот такой один в один притащил. И в щи наложил. Я говорю, newspaper, по-английски это газета. И я ему газету начал рвать. Я говорю, ложку дай сюда. Ложкой зачерпнул с этой газетой. Газеты, чтобы побольше было. Селов Михайлов сразу сказал, что дальше еще будет тяжелее. Вы не думайте, что забили там 7 голов. Он был прав, что это только начало. This is game two of the Canada-Soviet series from Toronto. Ну, раз после первой игры закончили, переезжаем в Торонто. Тоже такое же собрание. Рагульский не говорит. Товарищи хоккеисты, вы не имеете права проигрывать этим канадцам. Мы сидим у него. Ничего себе. Мы 1-4. Вот. Это вот такая была накачка. Esposito shot it over the line. Parise fights for the puck with Puskin. Puskin couldn't control him. Esposito right in front of the net. And Tretiak made the save on Esposito. Cashman starts shoving a bit in front of the net. Here's on the replay, you can see. Here comes Harlamov for the Soviet at center ice. They're giving him a tough ride and finally knocked him down. And Starshinov picked a long shot there that went wide. Учтите психологию канадского игрока. Собираемся играть с русскими. Кто такие русские? Да мы профессионалы, мы вот хоккей родился у нас в стране там и так далее. Вдруг бах 3-7. Значит, на вторую игру люди выходят озлобленные уже, им подавая не то, что крови, а вот за счет такой жесткой игры на грани фола они хотят каким-то образом компенсировать то, что им не хватает. Они не играли, они дрались, просто убивали. Это даже было к лучшему, что мы поняли, что как надо. Вот. Ничего страшного, убить не убьют, это же не война. Gets away from a shot. Oh, and he was hurried by Park and failed to get back to that. Score! Yakushev was standing in front and was able to meet. This is a good example of why you should always follow the play up. Zimmer has a clear-cut breakaway. Good save there by Esposito. Это национальная, если хотите, такая черта канадского хоккея. Вы посмотрите сейчас игры национальной хоккейной лиги. Он что, чистый вот такой, никто никого не трогает, что ли? Да нет, то же самое, втыкаются. Вот только раньше это было гораздо грязнее. Что касается вот тех лет, 50-60 лет тому назад, то да, было много грубости. Площадка маленькая, у них всю жизнь, кстати говоря, были маленькие площадки. Лично мне те площадки маленькие очень удобно было. Меньше бегать. Я не люблю бегать много. Там просто башкой надо, шайба, она быстрее бежит. Another long shot, right on. Esposito stopped that one. And we're getting playoff goalkeeping from Parise, jammed against the boards by Kuzmin. Никто в спину не толкал. Вот в спину толчков. У бортов вообще не было. Плечо в плечо, да, локоть могли выставить. Это могли, но в спину. Anderson will stop. He's the rookie out there for the first time. The right foot for Mohammed. He scores! Mohammed! With the final score, Canada 4,
Канадцы поняли, что пахнет не очень хорошо. Поэтому они думали, что это легкая прогулка будет. Поэтому они собрались на вторую игру «Будь здоров». Мы не расслаблялись. Нет. Мы расслабились в Москве. А здесь мы не расслаблялись. Просто они нас переиграли. Владислав, congratulations that you were sensational in Montreal on Saturday night and you were even greater tonight. Я получил лучшего игрока, приз. Я и Эспозито, братан. Нам после каждого матча давали перстни золотые. Вот, там и флажок Советского Союза и Канады, там, 72-й год. И вот я первый перстень получил как раз, хотя мы проиграли, и я получил еще лучшего. Представляете, сколько там было моментов? Торонто. Подходит хозяин клуба Торонто и предлагает нам троим по одному, чтобы мы на следующий день вы сыграли за Торонто Maple Leafs. Учитывая, что я самый старший, мне говорят: Борис, ты самый старший? Отвечай. Стоит наш переводчик, стоит заместителя руководителя делегации, я ему отвечаю: вы извините, пожалуйста, а мы советские миллионеры. Он говорит: извините, не к тем людям обратился. И пошел, и мы пошли. А потом мы сидим в, это, как он, в комнате, Валерка пришел, а мы все время с Вовкой Петровым жили. Я говорю: а вообще-то можно было это, как его, попробовать-то? А в то время как попробовать? Надо убегать. А это уже... Когда вот первое предложение было, в номер к нам пришел, я так сразу подумал, до Родины океан 5 часов лететь, и потом к берегу подлетаешь, и еще 4. Не, мне этот миллион нафиг не нужен. И мы знаете, что сказали ему? Сколько? Миллион? С переводчиком. Миллион? Да не. У нас в СССР у нас зарплата больше, чем миллион долларов. Я не буду говорить, сколько мы получили за первые 4 игры, которые играли в Канаде. Если бы сказать канадцам, сколько мы получили, они сейчас бы до сегодняшнего дня смеялись. Абсолютно разные подходы. Идеология поменялась настолько, что люди думают о другом. Как бы подписать контракт на несколько миллионов больше? Как бы себя удержать на этом уровне как можно дольше? В то время было воспитание совсем другое. Как можно бросить свою страну, которая дала мне путевку в жизнь? И самое главное, как я могу бросить своих болельщиков, которые пусть что-то за меня болели? Lebedev gets that puck out over the line, a squeezed player, and Shatilov tried to pull his way through, but was squeezed out and didn't get a direct shot at the goal. Esposito covering his man. They're bumping there on the side. Lebedev, 23. Here's a shot. And he scores! A carom shot. Мне Юра Лебедев отдал вправо, я по правому краю входил, хотел на ворота полезть. Ну, там Лапойнт. Или Савар. Он руку вот так поставил, а мне ехать некуда. В него же я не буду носом тыкаться. И руку не могу его туда проломить. Я за ворота поехал. Но я думал, за ворота поеду, Савар останется здесь, а Лапойнт будет встречать за воротами с другой штанги. А Савар за мной поехал, и Лапойнт
еще начал встречать. И я в угол уезжал. И когда они два ко мне так вот приближались, ну, рядом со мной, у меня в голове так пам, мельком увидел майку просто, мельком. И я туда пас отдал. И Валерка Васильев шлепнул им девятку глазами. That's a new combination for tonight's game. Soviets have six new players in there. Puck goes into the corner. It's passed in front. It rolls loose. Here's another pass right in front. He's got the score! And they've tied it up. Bodnov let it go almost before he could move. And Bodnov has tied the score for the Soviets. В результате визитов в Москву президента Ричарда Никсона в 1972 году и визитов в США генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в 1973 году Советский Союз и Соединенные Штаты договорились строить свои взаимоотношения в соответствии с принципами мирного сосуществования. Были заключены важнейшие соглашения о предотвращении ядерной войны, об ограничении стратегических вооружений и достигнута договоренность о расширении экономического, научно-технического, культурного и иного сотрудничества. Значит, вот Леонид Ильич здесь всегда сидел и курил. Курил. Часто с Подгорным, реже с Косыгиным. С Косыгиным очень редко. В основном с Подгорным. А вся остальная шушера вот под ним здесь. Ложа А. Вот такие дела. Брежнев кто? Косыгин. Я не знаю, кто договаривался наверху, но, наверное, были сомнения. Играть, не играть. Играть, не играть. Были же сомнения. Out of there. Maltsev took it from him. Harlamov turning, getting a backhand right in front. He scores! Pekalov from Harlamov. Уверенность, она уже пришла, когда закончили играть в Ванкувере четвертую игру. И, конечно, эта победа, она, в общем-то, победа в Канаде, в общем, по очкам, она придала уверенность. И потом, когда уже в Москве начали играть, уже для нас более привычные размеры поля, мы еще больше уверенность почувствовали. I'm really disappointed. I am completely disappointed. I cannot believe it. Some of our guys are really, really down in the dumps. We know, we're trying. What the hell? I mean, we're doing the best we can, and they got a good team, and let's face facts. But it doesn't mean that we're not giving it our 150%, because we certainly are. Эспозито же сказал в интервью, я извиняюсь перед своими болельщиками, мы не на 100% играли, мы играли на 200, но они сильнее. Вообще 72-й год был богатый на события. Это Олимпийские игры были, и САПР наш, вот, хоккейный, потом Мюнхенская Олимпиада. Кстати, мы, наверное, смотрели там, баскетбол мы смотрели как раз, когда наши выиграли за 3 секунды у американцев. There is time for the Russians to go to their big man, Alexander Belov. They're going to try. Alexander Belov between two American defenders. Back there with him, Jim Ford and McMillan. And
and the Russian team is bobbed. Alexander Belov. The gunman shot dead two Israelis and are now holding 20 athletes and six officials as hostages. The guerrillas are demanding the release of 250 athletes in Israel. Это расстрел из израильских спортсменов. Там показывали. Думаю, ничего себе. Эти трибуны заполнят тысячи любителей хоккея. Посмотреть эти интересные состязания в Москву приедут туристы из многих стран. Вообще весь комплекс был построен в 1956 году. И чемпионат мира по хоккею 1957 года проводился в том числе и во Дворце спорта. Наступил день открытия чемпионата. Соревнования вызвали у москвичей большой интерес. Впервые за всю историю хоккея первенство мира и Европы будет разыграно в Москве. И вот мы с вами во Дворце спорта. Внимание! Наши микрофоны, микрофоны отдела спорта Центрального телевидения Всесоюзного радио опять в Лужниках. Я сидел вот чуть-чуть пониже, чуть-чуть, на буквально 3-4 ряда пониже, вместе рядом с Анатолием Владимировичем Тарасовым. Ему не хватило места, несмотря на такую уважаемую абсолютно персону, вот в этой ложе, так называемая ложа А. Она находится под правительственной ложей. Все было занято там людьми номенклатурными. Темные костюмы, светлые рубашки, галстуки. Реакция на то, что происходило на поле, минимальная. Не было криков никаких, не было подбадривания трибун, не было громких аплодисментов, разочарований. Билеты доставались сюда по блату. Номер 8 и Жильбера Перо, номер 33. Шайбу забросил Жан-Пауль Паризе, 22 номер. Болельщики канадские махали флагами, вставали со своих мест. Они сидели вот на этой трибуне, вот на этой, где за моей спиной, вот, и сидели наверху. Наверху. Они, у них верхние места были. А хороший обзор, так сказать, все это было. Вот. Их около 2000 было точно, не меньше, насколько мы помним. Вот. Но они порой перекрывали весь зал своими криками, своими эмоциями и так далее. И мы стоим в фойе прямо перед игрой. И вдруг это Гоук энд Гоук. Там фойе приехало 3000, по-моему, болельщиков канадских. Ну и Валера Харламов говорит, что мы говорит, опять в Монреале, говорит, играем. Тут 2500 канадцев перекричали весь стадион, потому что мы когда вышли на первую игру здесь,
Люди все в пиджаках, в белой рубашке, в галстуках сидят. Ну, ясно, кто билеты получил или я не знаю. А там нет, там лотерея, там Трюдо сидел на трибуне просто так. Болельщики, которые могут перекричать, хотя болели очень хорошо, все равно не было. Не было таких людей, которые могли бы попасть на эти игры. Будет удаление. Удаляется двое. Харламов и Элис. Оживилась игра. Пойдет хорошо, что будет дальше. Иначе. Александр Сергеевич Якушев в правом углу, он на вираж пошел и диагональ Ляпкина. Но я знал, что Евгеньевич будет бросать. Потому что быстро все это было. Но я и на ворот поехал. Потому что все стянулись канадцы туда. Я вижу, шайба летит. Я прям перед вратарем выкатился, подставил его и гол забил. Canada, when they scored that fourth goal, might have just had a little mental lapse there, and in a couple of minutes, right off the bat, they're in a lot of trouble. Got it back in his own goal, and Dobie at the cover, got away to the goal! The score! Outstanding! Как это не парадоксально звучит, но переломный момент наступил в пятом матче, выигрышном нашем пятом матче, здесь, в Москве, да, когда мы выиграли. Почему? Потому что после этой победы мы уверовали в то, что нам из оставшихся трех игр надо выиграть одну, и серия будет выигрышная. Я хочу сказать, что мы вот такой народ, когда нам тяжело, мы собираемся, когда мы выигрываем, мы расслабляемся. Это у нас есть такой грешок. Потому что, когда мы приехали туда, мы были собраны как кулак. А когда мы летели обратно, мы думали, ну если мы, канадцев, обыграли на таком маленьком поле, при их публике, так у себя дома, при своей публике, на такой широчайшей площадке, в которой мы всю жизнь играем, у нас проблем не будет. Тем более, что первую игру мы выиграли. Мы уже пребывали в такой эйфории и думали, что ну сейчас из трех игр мы одну-то обязательно выиграем, и серия будет выиграна. Вот это была у нас самая большая ошибка. Причем эйфория наступила не только у игроков. Так немножко мы психологически расслабились, растаяли. А эйфория была и у тренерского состава. Мы это, в общем-то, игроки всегда чувствуют настроение тренеров, как они проводят уже тренировочный процесс, как они разговаривают. Лученко посылает шайбу Якушеву, тот стремительно входит в зону соперника, перед ним защитник, Якушев бросает, вратарь парирует и затем Клюшко отбрасывает шайбу в сторону. Я вроде бы веду репортаж спокойно, но не могу даже... Гол! И бросок Ляпкина достиг цели. От синей линии издали он бросил поворотом Драйдена. Сильнейший бросок, и все увидели только, что шайба влетела в ворота. Было неприятно,
как они вели на площадке, когда проиграли. Возьмите даже пример с Харламом. Вот здесь, около нас Харламов, здесь. Но это, если ты проигрываешь, то у тебя должен быть нормальное отношение к игрокам. Ты играй, но не так, что по голове бить или что-нибудь. Вот для меня это было дикость. Фергюсон, по-моему, тренер, он сказал Бобби Кларку, чтобы я больше Харламова не видел на площадке. Это все. И Бобби Кларк антигерой получился. Потому что все вспоминают, и вспоминают нашу команду с уважением, свою команду. Вот. Только с восторгом всех. А вот Бобби Кларк, он там сыграл большую роль, но он антигерой стал, потому что он выбил Харламова, это было неспортивно. Ну и он оправдывался, я знаю, Бобби Кларк сказал, что если бы мне сказали его убить, я бы ее такой убил бы. Вот и все. Когда мы встречались с самими участниками сборной Канады и разговаривали через переводчика, вот так, один на один я с Кларком разговаривал, и я даже спрашивал у Кларка, говорю, ну чё ж ты так из-под тишка в Москве Валерке Харламову по ноге ударил? Он говорит, я этот момент все время в жизни своей вспоминаю. Да, я, говорит, поступил, говорит, подло, конечно, зря я это сделал. Но тренера просили. Ну, если вырубят, допустим, на сегодняшний момент какого футболиста Месси из игры, потери? Ну, Харламов звезда. Но если звезды, кого бы ни ставили, все равно это не заменишь. Вот и все. Другое дело, если говорить, тренер дал команду Кларку сдержать во что бы то ни стало. Вот здесь вопрос только, наверное, умышленно он это сделал или нет. Вот и все. Если на тот момент я думал, что умышленно, да, а когда прошло время, стал работать тренером, и думаю, и сам себе за... Мог ли я сказать любому игроку, что выведи любыми способами игрока? Я бы тогда сказал, я бы никогда в жизни не сказал бы. Он был добрый, отзывчивый человек, доступный. Вот, с ним можно было поговорить спокойно, он никогда не зазнавался со мной ничего. Не было в нем какого-то там зазнайства или там гуляха он был. Нет, этого не было. Вот. Но в течение обстоятельств такие люди почему-то долго на земле не задерживаются. Престиж каждого хоккеиста был на волоске. Престиж НХЛ. Поэтому они понимали, что они проигрывают. Колоссальные деньги, колоссальный авторитет. И свой личный, и канадский НХЛ. Поэтому они бились за все, за то, что я сказал. Играют наши ребята в такой отдаче.
что они играют не только дружно, играют самоотверженно, играют полные отдачи сил. Но главное, не спешат, не торопятся. Здесь, конечно, и ошибки. Мы с Николаем Николаевичем Озеровым, моим учителем, вели репортаж от самого бортика. Инициатива была Озерова, который сказал, что я чувствую атмосферу только тогда, когда стою непосредственно у бортика и вижу горящие глаза, какие-то другие детали, о которых можно рассказать, которые не видит зритель. Кстати, у нас записи нет с комментарием Озерова. Может, в 90-е годы кто-то украл. Эти матчи могут смотреть только канадцы. И канадские репортеры говорят, наших нет почему-то. Ну, вот это обидно очень, конечно, что пропало все это. Игра продолжается. Опасный момент. Вратарь спасает положение. Дальше тянется кто-нибудь или нет. Пытается набить шайбу. Делает палка. Шайба в ворота. Ответ канадцев. Вот опасный выход. Вот здесь, вот за воротами мы. Меня держал. Я думал, чем ударить его. Хотел ногой. Не дотянулся. Дотянулся бы. Пожалел бы. Он, не я. А может, я. Силы у нас свои взаимоотношения. И мы сейчас одни из лучших друзей. Канадцы развинтили темп. Проходят ворота. В душе мы все надеялись, что на больших площадках мы канадцев разорвем. А получилось наоборот. Нападающийся ДК Тарасов посылает шайбу вперед. Хоккеисты ВВС проводят комбинацию. Передача на край. Шайба у сильнейшего игрока ВВС Боброва. Бросок. Еще один гол. Впервые звание чемпиона Советского Союза завоевала команда военно-воздушных сил. Обстановка вокруг этого матча, в смысле назначения тренеров, я тоже всего не знаю, но так доходят только слухи. Она очень сложная была, Бобров или Тарасов, там Чернышева. Для нас всех было неожиданно, что Аркадий Иванович и Антон Владимирович откажутся от встреч с канадскими профессионалами. По какой причине, я не знаю, не буду врать. Я, кстати говоря, впервые слышал, что Чернышов и Тарасов, вот если бы они были, все бы выиграли. Ничего подобного. Гарантий никаких нет абсолютно. Может быть, было хуже еще. Потому что у Анатолия Владимировича в случае неудачи все вставало с ног на голову. От тренера очень много зависит. Может быть, еще хуже сыграли или лучше, но Тарасов он сильный мастер. Опытный. Я не знаю, это трудно сказать. Может быть, не может быть. Я не хочу ни сказать, ни под сомнение Боброва. Он тоже очень много сделал, все. Но Тарасов — это самый великий тренер, на мой взгляд. Хорошая очень пара была, конечно, Чернышов и Тарасов. Один дипломат, другой жесткий такой. К работе жесткий. Так он не жесткий.
Тарасов, он же мечтал все время сыграть с НХЛ. Но действительно, так и было. И его мечта просто была давней мечтой. Он к этой мечте шел, но не разрешали. Тарасов бы проиграл все. Потому что он, когда доходило дело до кипения настоящего, он терялся. Он терялся, с ним было плохо. Порой его тошнило там. В общем, какие-то такие вещи. То есть он настолько эмоционально себя возбуждал, что он не мог уже руководить командой. Сказать, что мы бы обязательно выиграли, ну, это было бы смешно. Сказать, что мы плохо сыграли с Бобровым и Кулагиным, я скажу, тоже смешно. Достойно и прилично представили наш хоккей и европейский хоккей во встрече с канадскими профессионалами. Вот эта романтика, которая была при Боброве, Кулагине, она ушла. Сейчас все на каких-то нюансах, на мгновениях. Вот. Поэтому умение разобраться вот в этой сложной обстановке, это уже большое искусство и большое мастерство. Будь сейчас Бобров, он все равно бы выделялся среди всех этих нововведений, новых талантов и так далее. Такие люди родятся, мне кажется, раз в 100 лет. Я помню в Мюнхене, когда Владика Третьякова после раскатки, Владик оставался и он. И Насфор 5 буллитов. Он ему из 5 5 забивал. Вы не поверите. Ты пум-пум куда-то бросил, там Владик говорит, а я вообще не знал, куда он. Сюда ловлю, она там. Наступательная тактика армейцев дает свои результаты. 3-0 в пользу команды ЦДК. Все предыдущие голы забиты Всеволодом Бобровым, номер 8. Вот он снова выходит вперед. 4-0 в пользу команды ЦДК. Первую игру они не думали, что мы их обыграем. Они не думали. А последнюю игру мы не думали, что можем им проиграть. Это и называется психология. А никто не расслаблялся. Никто не расслаблялся. Наоборот, может, надо было расслабиться. Голова. Все как надо. Все. Удачный пас, умен бросок, гол! Отличная комбинация! Можно спокойно аплодировать. Заграла национальная гордость. Об этом мне много лет спустя говорил Алан Иглсон, который тогда был руководителем этой команды. Он мне говорил, что невозможно было вот так все оставить. Мы собрались и договорились о том, что будем биться, будем тренироваться, будем стараться там и так далее. Это обстоятельство, которое повлияло на ход матча в Москве. Stankov, a shot, went wide. Harlamov getting it again on that far wing. Passing back to Lechenko. Here's another shot. He scores! A long shot to the blue line. And I don't think anyone touched that puck. У меня был один гол. В большинстве как раз в последней игре. Там счет 3-0, не помню. Да. В большинстве от синей линии забил. Ну вот...
Ты все время мы не думали, как самое главное не пропустить. Canada coming back, Bernoulli and Mahomlich right in, and the shot was grabbed by Gilbert. Turns, waits, stands there, still backing up, takes his shot, is right in front of the goal. Bill White deflected it into the net. Bill White. Здесь немножко канадцы нас немножко задавили. Вот играя вот в этом прекрасном дворце, когда он был самый лучший у нас в России. И в Советском Союзе. Не в России, а в Советском Союзе. Канадцы показывают себя истинными хоккейными бойцами. Они не сдаются. Опасный момент. Вратарь спасает положение. Тянется кто-нибудь или нет. Пытается набить шайбу. Целая шайба. Шайба в ворота. The Canadian team grabbing each other there as a loose puck went around the net. Милиция выступила там на первые ряды противоположной трибуны, чтобы угомонить, поскольку могли хлынуть зрители еще, не дай бог. Судил такой Кампола, арбитр из Европы, немец. Им показалось, что он был, так сказать, на нашей стороне. Настолько это возмутило канадских руководителей, в частности, Иглсон такой, он профсоюз, до сих пор, по-моему, возглавляет хоккейный профсоюз Северной Америки в Национальной хоккейной лиге. Вот. Он поднял шум, естественно, все выбежали на лед, началась потасовка, потом полетели стулья, главное, стулья полетели на лед. Ну, с другой стороны, я вам парадокс скажу, что, ну, это хорошо, что так получилось, потому что эту суперсерию все вспоминают. Все проигранные матчи канадцы не вспоминают никогда. А так они эту суперсерию будут всю жизнь вспоминать. И мы вспоминаем. А это мне на день рождения сказали, что я хочу. Я говорю, я хочу майку СССР, которую я играл в 72-м году. Ну, это вот... Это штановочка. Так и надо было. Почему? Потому что мы зато и в Канаде и доллар вышел, и марки вышли. У нас ничего не вышло. А у них все вышло. Они помнят победу. Они показывали эти игры показывали. Они их вспоминают вместе с нами. И нас вспоминают. Это действительно праздник. А если бы они проиграли, они забыли бы это все. А мы бы тоже особо не... Сказали бы, да, но не так, как это сегодня в мире есть. К сожалению. Мы все время... скромничаем и не говорим о своих победах. Мне обидно за мое поколение по одной простой причине. Значит, начиная с 63-го года сборная Советского Союза 9 раз становилась чемпионом мира. 2 выигрывала Олимпийские игры. Вот я всегда задаю вопрос. А если бы этих 9 побед не было, заинтересовались бы канадцы нашим хоккеем? Наверное, вопрос стоял так. Что это там советские-то все время выигрывают? Вот. Скоро 10 раз уже будет, как они становятся чемпионом мира. Что, да давайте с ними сыграем. А так была забита в ворота канадцев шайба, решившая судьбу хоккейной короны. Вот они, герои ледовых сражений, в 5-й раз подряд завоевавшие в борьбе с сильнейшими противниками высокий титул чемпионов мира. Славу у победителей по праву разделяют тренеры команды Аркадий Чернышов и Анатолий Тарасов. У нашего микрофона капитан сборной СССР Борис Майоров. Очень приятно встретиться с вами, со всеми здесь, у себя на родине. Тем более нам приятно, что мы приехали с победой. Мы знали, что за нас здесь переживают, за нас волнуются. Очень приятно выиграть.
И я думаю, что мы на следующий год тоже постараемся обязательно выиграть. Вашингтон приехал посмотреть, как Овечкин играет. Там мне надо было с ним переговорить перед Сочинской Олимпиадой, чтобы он приехал. Так там полстадиона Овечкина сидят, все в форме его. Там герой национальный. И я приехал в Монреаль, люди идут на Овечкина смотреть. Ну, сейчас хоккей немножко другой стал, но тем не менее, это и Овечкин, и Малкин, и Кучеров, и Капризов. Это звезды мирового хоккея. И они очень здорово представляют нашу страну. И, конечно, перед ними надо только снять шляпу и действительно показывают. Они звезды там, звезды. Не только у нас считаются звездами, они в НХЛ звезды номер один. У нас всегда было очень много талантов. Это было лет 7-8 тому назад, когда в НХЛ играло всего 25 что ли, человек. Сейчас там только в основных составах около 50 хоккеистов. Только в основных составах. НХЛ, она была в банке. И играли у ней только канадцы и американцы. И они считали, что сильнее их игроков нет. Это первое. И когда они осознали, что им не хватает хоккеистов для развития лиги, и они стали приглашать нас. Вы знаете, на каком месте стоит в истории Канады игры Суперсерии 72? Вообще, во всей истории Канады. Ну вот у нас, например, СССР. СССР там... Ну, в истории у нас революция была, да? Создание Советского Союза, потом Великая Отечественная война. Вот то же самое про Канаду. Знаете, на каком месте стоит? На шестом. Вы знаете, когда на заре создания России, потом Советского Союза, Петр I пробил к воде окно, мы пробили окно взаимоотношения чисто профессионального хоккея, НХЛовской лиги и вообще мирового хоккея. На тот момент пробивали это окно не шведы, не финны, не чехи, а именно хоккеисты Советского Союза. Да, месяца два назад сон приснился, что последняя игра закончилась за сборную. И мысль такая, как жалко, что больше никогда не сможешь выйти на лед и быть участником хоккейных событий, там, чемпионатов мира или Олимпийских игр. И вот эта боль, конечно, вот прям утром она, знаете, как стрелой пронзило всего. И такое разочарование было. Боже мой, неужели я больше никогда не выйду на лед перед зрителями и не буду там защищать честь команды. Вот это был сон такой, да. Представляем сборную команду Советского Союза. 20-й номер. Владислав Крестьян. 2-й номер. Александр Гусев.
Третий номер. Владимир Лученко. Четвертый. Виктор Кустин. Пятый номер. Александр Рагулин. Седьмой номер. Геннадий Цыганков. Девятый. Юрий Блинов. Десятый номер. Александр Мальцев. Двенадцатый номер. Евгений Мишаков. Тринадцатый. Борис Михайлов. Пятнадцатый. Александр Якушев. Шестнадцатый номер. Владимир Петров. 17-й Валерий Харламов. 18-й номер Владимир Викулов. 19-й Владимир Шадрин. 22-й Вячеслав Анисин. 29-й номер Александр Мартынюк. 25-й Юрий Ляпкин. 27-й Александр Сидельников. Капитан команды Виктор Кузькин. Тренеры команды Всеволод Михайлович Бобров и Борис Павлович Кулагин.